Всем привет, вы на канале В корзину ТВ, и у нас снова небольшая посылочка. Вот такой вот аккуратненький коробочек. Я даже не знаю, что в нем. Что посылок действительно очень-очень много. Нас уже на почте узнают в лицо, так скажем. Ага, это, как и в предыдущем видео, многофункциональная плойка. Но теперь, даже это не плойка, это фен. То была именно плойка, накрученные локоны, а здесь фен, который нам позволяет сушить волосы и одновременно делать укладку. Раскроем. Ага, он почему-то как ногами. Ладно. Открываем. Опять продавец нам положил на этот раз две тряпочки. А, здесь даже написано, что это фен с насадками. Посмотрите, по-русски. Цена, я даже не знаю, сколько на этот, ну, на сегодняшний день, но там примерно 1000. Естественно, тут есть вот такая вот инструкция. Ну, все ясно, понятно, в принципе, фен есть фен. Так, мне интересно, что здесь вот отдельно. У нас лежит в отдельной упаковке, я порезала там инструкцию, но ладно, это в принципе не страшно. А, очень здорово. То есть тут чего-то не хватает, я так думаю, да, и китаец нам положил вместо этого бритву. Это именно идет, сейчас я все достану, я вам обязательно покажу. Женская бритва. То есть в отличие от эпилятора, она реально бреет. Вот, она даже заряжена немного. Ну что, сбривает. Действительно сбривает. Она такая компактная, ее удобно брать в путешествие. У нее есть крышечка. Вот такая вот крышечка. К ней идет щеточка. И зарядное устройство. В принципе, для путешествий это то, что надо. Интересно, а что должно быть вот здесь? То есть вот у нас есть составляющие, да, которые должны быть феном, и вот сейчас мы посмотрим и разберемся, чего не хватает. Так, у нас есть насадка плойка, есть у нас есть вот такая вот щетка. Это, я так понимаю, вот она, да, она есть. Зубчики такие. Здорово. Так, у нас есть вот такая насадка. Пластиковые чудинки такие. И она вот она. То есть она, да, в комплекте есть. Вот такая вот насадка, как просто расческа. Да, она есть. Вот такая насадка тоже есть. Гребень. Ну, весь пластиковый. С небольшим браком. Это не критично, на работу не влияет. Вот такая вот насадка с зубчиками из, не знаю, какого-то материала. Проволока какая-то, да, она есть, причем выглядит лучше, чем на картинке. На картинке она какая-то такая жиденькая, а здесь прям их много. И у нас есть простая насадка. То есть именно, чтобы это был как фен. Интересно. И сам фен. Вот такого сильного модного цвета, красного. У него три режима. Обычный переключатель. Тут кнопка для замены насадок. То есть, ну вот. Вот. Вставили, и вот таким образом вы слушаете. Ну, в принципе, в руке удобно, хотя он довольно-таки большой. Я не знаю, насколько это удобно будет, но пока что здорово. А, да, это вот так вот. То есть все на месте, всего хватает. Продавец умница, решил просто сюда положить бритву. За что ему огромное спасибо, он молодец, хорошо упаковал. Ссылочка, конечно, будет в описании на это все. И я потом в описании дополню свои ощущения от использования вот этой плойки. Бритвой я, к сожалению, пользоваться не буду, мне это просто ни к чему. Я ее брала ради интереса, хотела посмотреть ее размеры и вообще работоспособность. Ну, посмотрела, мне нравится, это будет в розыгрыше, мы ее будем разыгрывать.
Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить розыгрыши. И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть на нашем видео, чтобы нам для вас заказать, рассказать и показать. И еще пишите, кому бы передать привет. Мы обязательно в следующем видео это сделаем. Пока-пока, хорошего настроения!